Магазин Красбэ представляет модульную коляску 3 в 1 Рика Озон Эко. Эта коляска имеет отличную проходимость, хорошее шасси и небольшую стоимость. Рассмотрим ее подробнее. Накидка на люльку имеет дополнительный отворот с панорамным окном. Крепится при помощи молнии. Капор коляски регулируется без помощи кнопок. Имеет дополнительную секцию для вентиляции. Внутренние размеры люльки 80 на 39 сантиметров. Люлька снимается при помощи двух кнопок по бокам. Внизу есть кнопка для регулировки наклона спинки и режим вентиляции. Вес люльки с шасси 14 кг. Прогулочный блок коляски реверсивным устанавливается по и против хода движения с помощью двух фиксаторов по бокам. В блоке есть два отверстия для вентиляции в изголовье и верхней части капора. Спинка регулируется механически в нескольких положениях. Подножка также регулируется механически. Для безопасности блок оборудован пятиточными ремнями, разделителем для ног и бампером, который легко откидывается в сторону. В комплекте с блоком идет вкладыш и накидка на ножки. Внутри автолюльки располагаются трехточные ремни безопасности и анатомический вкладыш. Вес шасси с автолюлькой составляет 12,5 кг. Вес самой автолюльки 2,5 кг. Шасси имеет хорошую регулируемую подвеску. Ее можно настраивать в жесткий или в мягкий режим. Колеса у коляски надувные. Хорошая вместительная багажная корзина закрытого типа. Ручка на шасси регулируется по высоте. Шасси компактно складывается книжкой. В комплекте с коляской идут москитная сетка, дождевик и сумка-рюкзак для мамы. Эту и другие модели колясок вы можете приобрести в магазине Красбэби на Караульной 88.